Мне слышно? Хорошо. Итак, меня зовут Саня, и с прошлого января я какой-то офицер в модной касте, но это, в принципе, не армия, а контора такая, это шопинг-клуб. Шопинг-клуб — это как интернет-магазин, только работает по-странному. У нас есть какие-то акции, они там проходят, когда акция заканчивается, мы делаем заказ производителю, собираем от них шмотки и рассылаем потом, упаковываем, рассылаем людям. Это, в принципе, типа такая модель, бизнес-модель модной касты. Несмотря на то, что, в принципе, это фронтендная конференция, я буду рассказывать про все подряд, потому что мне интереснее рассказывать про это. Ну, в общем, начнем. Модная каста. Тут цифры на самом деле не все текущие. Некоторые про прошлое, некоторые про пики. Например, 750 запросов в секунду — это было... Среднее количество запросов в секунду с 12 часов дня по час дня 30 числа, вот в сентябре, у нас была большая распродажа. И после 12 часов пришло очень много людей. Вот средняя пик там был за пару тысяч, конечно, но вот средняя в час была 750. И 3-6 тысяч пользователей на сайте, это Google Analytics нам говорит, да, он 6 тысяч это было 30 числа, опять же в 12 дня, а 3 тысячи это нормальный будний день. А на Черную пятницу в прошлом году было 10 тысяч, и непонятно, сколько не было, потому что сайт лежал. Меня в тот момент еще не было там, поэтому как бы мне не стыдно. Но, в общем-то, да, конечно, он лежал. 120 гигов размер базы — это более-менее примерный сейчас. Я не знаю точно, потому что следить за ним, в принципе, лень, но где-то там 120 гигов его. И 80-100 тысяч строк питона мне тяжело посчитать, потому что это, во-первых, то, что было, когда я пришел. Мы вот буквально месяц назад удалили 4 версии API для мобил, которые никем не вязались. 15 тысяч строк кода. Так что сейчас меньше, но тяжело посчитать, потому что там куча проектов, некоторые куски кода не юзаются. Ну, в общем, мы сейчас его, очевидно, понемногу приводим в порядок. Ну, в общем, такое. Можно, в принципе, прикинуть. Я не знаю точно, сколько у розетки там доставок в месяц, да, потому что ну, у меня нет доступа к их внутренним документам. Но я 100% знаю, что у нас сейчас больше. Типа, модная каста... Модная каста сейчас самый большой интернет-магазин Украины, но только по количеству доставок. У розетки, очевидно, средний чек намного больше, чем у нас, потому что у нас шмотки, а у них электроника. Электроника подороже, да, шмоток. Ну, в общем-то, по баблу у них, конечно, поприятнее, но все равно есть какие-то приятные моменты, правильно? Так вот, там типа 750 запросов, куча народу, они там делают заказы и все дела. И вот, в принципе, много лета. Ну, там недавно... Дэвид Хайнемер Хэнсон говорил, Rails нормально скейлится, у нас вот 2000 запросов на Basecamp, и мы не умираем. А ему подруга Келли Соммерс говорит, ну блин, 2000 запросов это детский лепет вообще, да? Ну, big scale это же не 2000 запросов, это реально много. Но в принципе 750 запросов в секунду тоже достаточно, если у вас все написано так, чтобы просто написано, да, то оно будет умирать, надо думать, что делаешь. И я вам сейчас расскажу историю про то, как модная каста выглядела в тот момент, когда я пришел. Вон у нас есть Postgres, Redis, Cassandra, в которой там что-то лежит. У нас есть, в принципе, наша модная каста, да, там это, как мы бачим, питон у шапці, та пожила листик, це символізує працелюбність та незакомплексованість тварюки. И есть 1С, в котором, ну, конечно, мы же по украинским законам живем, не будем же мы это все писать руками, есть 1С, все хорошо. 1С занимается учетом, бухгалтерией и прочим делом. И есть pre-production, система подготовки контента, это типа отдельный сервис, да, там в нем сидят наши чуваки, которые описывают, там фоточки ретушируют, в общем. И вот так вот оно все выглядело. И Firefox приходит такой, говорит, дай мне что-то Django такая. На тебе, господин, вот тебе HTML, JavaScript, да, там jQuery, Document Ready 500 штук на одной странице. Ну, все как положено в нормальном сайте. И опять же, это же, конечно, выглядит, в принципе, довольно просто, но тут нужно выкупать, что внутри вот этой питона с шапкой и листиком у нас внутри еще сидит... Ну, такая типа самописная очередь задач, написана на Kyoto Database. Это такая
как это называется, key value база данных от NTT.com, по-моему, японского. И, в общем, самописная очередь задач, которая еще рассылает e-mail, и там баннерная система в этой же Kyoto, и там еще какие-то воркеры, какая-то хрень. Ну, в общем, вот этот Python, он очень сложный на самом деле, и там отдельные серваки делают отдельные какие-то задачи, а другие серваки делают все задачи. И, короче, как обычно, все хорошо. Они росли, там развивались и дошли до такой ситуации. Я вам сейчас расскажу про одну офигенную штуку, которая у нас была. Я пришел, получается, в январе, мы там фиксили баги, приводили все в порядок, а потом к июню до меня дошло, что происходит, и мы занялись фиксом вот этой штуки, про которую я вам расскажу. То есть она, в принципе, я вам сейчас покажу, она простенько вроде выглядит, но на деле это полгода реально расчехления в происходящем. У нас была такая штука, называлась метод этапары. В принципе, если сейчас глянуть, это простейший ключ значения, да, типа как бы база. У нас есть ключ, есть значение, есть база, ну, табличка, которая их объединяет. Это типа способ сделать JSON в таблицах. Ну, реально. И, в принципе, ну, это нормальная ситуация, если мы бы его юзали для хранения там свойств товара. Например, какие свойства у товара есть? Есть, например, цвет, да? Есть цвет, есть там страна производства, состав, еще какая-то, ну, куча всякого мелочи, типа description, я не знаю. Два десятка каких-нибудь полей на шар туда запихать. Вроде бы все ок, но давайте глянем, что у нас там хранится. Мы делаем нормальный там group by и считаем. И у нас там есть объем, потом не знаю, описание, номер, размер и размер. А вот теперь, короче, тут реальный фейл. Я вот сейчас показываю не с MacBook, и тут не тот шрифт. Не тот шрифт показывается, и потому вы не знаете, чем отличается размер номер 1 и размер номер 16. А на MacBook'е видно, потому что размер номер один на самом деле пазмер. Это английская буква «П». Первая. А вторая русская. При взгляде сюда можно выкупить, что используется только размер номер 16, да? У нас в коде была куча селектов в SQL, где мы говорили, а давайте селектнем, где... Имя ключа — размер, тупо русскими буквами «размер» в коде. А потом чувакам стало лень, потому что все равно только размер там бывает. И потом начали, давайте селектнем метод этапару, где key ID 16. И ты такой приходишь, смотришь и думаешь, что такое 16? Идешь в базу, а там 16 — это размер. Нормально все, как бы, все хорошо. И, в общем, все остальные не заются. Вот как бы, например, если ключ — пустая строка. Это не null, это пустая строка. Вот, если ключ — пустая строка. А что тогда будет значением? Ну вот. Вот то, что тут в metadata value лежит, value, какое будет? Правильно? Пустая строка. Все супер. Так вот, хранится только размеры. И прикольно, вместо того, чтобы использовать ключ значения как описание для продукта, его начали... Ну, понимаете, это e-commerce, да, у него есть понятие продукт как товар, который вот собирательный, типа там модель каких-то кроссовок. А можно, еще есть такое понятие, называется SKU, Stock Keeping Unit. Это понятие для описания максимально точной версии продукта, типа такого цвета, такого размера, вот с такими шнурками, да, ну максимально точной. И вот у чуваков metadata pair, metadata пара наша, стало описанием такого, ну, такого SKU. Это и стало SKU, потому что хранятся только размеры. Поэтому они же положили туда истоки. Стоки, ну типа остатки, да, какие у нас есть, сколько у нас есть этого размера. Как бы, и тут many to many, то есть у нас, в принципе, одни и те же стоки могут быть у разных товаров, и у одного и того же товара могут быть разные стоки. На деле нет, всегда там один к одному, и количество MDP стоки MDP такое же, как и количество MDP сток. Если вы думаете, что так таблица называется, то не так. Они называются product metadata pairs stock, подчеркивание metadata pairs. Ну, то есть, это вообще жесть. Это писать руками, меня глаза постоянно каждый раз вылазят. Вылазили. Я уже свободен. Короче, мы видим вот эту тему. Но это же не все. Нам надо как-то это добавлять в корзину. И тут мы применяем еще один. Сейчас появятся две таблицы слева, если вдруг тяжело будет. Есть у нас корзина, да, и в ней есть товар. ID-шник товара хранится в айтеме в корзине и quantity. Но мы же не знаем, какой конкретно SKU. Ну, типа, мы хотим 38 размер. Поэтому мы добавляем many-to-many
Basket item с метод DTPR. Почему не добавить просто метод DTPR ID в basket item, я не знаю, но в общем, вот эта штука ухудшала ситуацию немного, потому что иногда код отрабатывал неправильно, и тебе могло быть две метода пары у одного basket item. И тогда один из говорил, а как это вы типа, вроде один размер, но два размера. А иногда типа, он не добавлялся. И тогда один из говорил, а как это типа, размеров нет, а там же есть, что отгружать. И в общем, иногда оно не работало. Ну, типа, иногда работало. Ну, такое. И, в общем, тут еще ж надо выкупать. У нас в MetaDTPR 12 миллионов записей. А, 15, да? Я там аккаунт показывал. А в BasketItem 25. И вот в BasketItem MetaDTPR их тоже много. И это все тормозит. И, в общем, какие бывают проблемы с этим? Ну, реально. Ну, кроме того, что там что-то еще ломается. Чуваки написали, ну так запрос написали, там типа джанговский ORM, потом какие-то методы на объектах, потом какие-то там вызовы, там какая-то хрень. И в общем, 22 запроса, чтобы получить один размер товара. Ты заходишь такой на товар, а у него есть 5 размеров. Поэтому ты делаешь 110 запросов в базу данных. Ну как бы, а мы они такие типа, ну это чушь, да, мы там закэшируем это все. И тут наступает тема, которую мы узнали в конце того, как мы начали это дело уничтожать. Потому что, когда ты разрабатываешь, ты увидел эти 110 запросов, а потом они исчезли, закэшировалось. А оказывается, если поколупаться, то кэшируется все для каждого юзера отдельно. У каждого юзера свой кэш. Поэтому, если зашло 1000 юзеров, они сделали, ну сколько там, 110 тысяч запросов в базу данных. А потом оно закэшировалось, конечно. Ничего. Короче, ну, очевидно, это заняло продолжительное время, пока мы это дело выпиливали. У нас получилось все такое. Это заменяет все полностью там, ну, очевидно, да? SKU, в котором есть сайз, сток, количество проданных, ссылка на этот SKU. Ну, как бы все, все вообще просто. Никаких левых хреней. Опять же, вместо 110 запросов один запрос. И ну, типа джойнов две штуки вместо 15 или 16, или сколько там получалось. А потом у нас еще были заказы. И когда ты в корзину заваливаешь, создается заказ. Ты еще не пошел делать его, но он создается. А если ты заходишь еще раз, создается новый заказ. А ты заходишь еще раз, создается новый заказ. Блин, у нас заказы — это основная наша тема, да? Мы хотим по ним статистику строить, всякие там узнавать. А сколько мы продали? А мы не знаем точно, этот заказ оформлен или нет. Или он просто оформлены, но не до конца, или что-то, ну, короче, плохо с этим было. А еще прикольно, у каждого заказа есть какие-то платежи, пейменты. И ты такой заваливаешься на сайт, а там такой есть переключатель. Хочу платить наличкой, хочу платить карточкой. Ты делаешь так, тык-тык-тык-тык-тык, и на каждое переключение создается пеймент в базе данных. А предыдущие... А предыдущие инвалидируются. И типа... Когда ты хочешь знать, а какие пейменты были, то ты завалишься, а там есть, вот бывают нерешительные девочки завалятся и такие, а заплатить сейчас или потом, сейчас или потом. И там, блин, долбанных 100 пейментов, я не знаю, там 30 пейментов, кошмар реально. Ну и, конечно, ну вот я говорю, да, что заказов много, мы не можем ничего посчитать. Можем, в принципе, но, ну мы ж, блин, все-таки там посчитали, но это геморрой. А еще прикольно, корзина, которая там баскет-айтемы, они не просто баскет-айтемы к юзеру привязаны, они привязаны к корзине, она привязана к юзеру. И эта корзина, типа, может инвалидироваться, а может нет. И так получалось прикольно, я до сих пор не знаю, как она работала, потому что мы нахер выбросили весь код, который там это делал, там упростили. Но там такая тема получалась, что бывало, корзина номер там, ну скажем, с ID-шником 3, которая создалась позже, она была невалидная, а с ID-шником 2 валидная. И тебе надо сделать запрос в базу, и там был метод, назывался getActiveBasket. Он делал три селекта в базу данных, а потом по возможности, ну, по необходимости, insert, update, и такой возвращал. GetActiveBasket. И GetActiveOrder делал то же самое, потому что он искал заказы, у которых есть активные корзины, а если активных заказов у корзин нет, тогда создаем, а если есть, но корзина недостаточно активна, мы создаем новую корзину, новый ордер. Я просто охреневал от этой темы, я тебе передать не могу. Сейчас, на самом деле, чуть время прошло, уже месяца три, и мне полегчало, а то у меня прям глаза выпадали от этого всего. А еще, вот, типа, вот Влад
У нас три Влада, поэтому, в принципе, Влада делает все. Так вот, Влад, вот 5 февраля, 15 февраля мы пришли на работу, типа я и он, и там еще один участник. И вот 5 февраля он сделал фикс. Вот, в принципе, понятно, да? Ну, я не знаю, вы знаете регулярки? Там было, типа, мы ловим в регулярке по confirmation reset'а пароля. Ну, там, типа, от А до Z, от А до Z, от 0 до 9 и минусик. А мы сказали, давайте ловить все вообще, похер, кроме слэша. Ну, потому что там попадались доллары, ну, типа там какой-то хэш, не хэш там даже, а какая-то хрен знает что там приходило. Тема в том, что вот это изменение убрало нам половину писем в техподдержку. Потому что пользователи шли на сайт, говорили, я забыл пароль, им приходило письмо, они нажимали на ссылку, приходили на сайт, а им говорило, 404. И пользователи, те, которые настойчивые, да, которые хотят купить, не те, которые такие, пошел ты в жопу, а такие звонят в колл-центр и говорят, я не могу восстановить пароль. А колл-центр пишет письмо в поддержку, техническую уже, да? Пользователь такой-то хочет восстановить пароль. А какой-нибудь из саппорта чувак, в принципе, все, кто работает, потому что саппорта было бесконечно много, он тулил в shell джанговский на продакшене и запускал команду, которая просылала письмо с новым паролем чуваку на почту. И вот мы сделали... Чуваки, вы зря, я потому что ничего не делал, оно само все. Так вот, и эта хрень продолжалась минимум с лета. То есть полгода минимум, вот 404, они звонили, там писали. Короче, половину писем убрала с техподдержки. Было прям, я, честно говоря, вот 5 февраля, это у меня был праздник, я набухался вечером. А потом, ну, короче, а я такой еще... Прихожу и говорю, пацаны, слушайте, а как вы трекаете миграции в базе данных, да, ну там, надо изменить что-то в базе данных, что вы делаете? У вас тут же не только фронтенщики есть, да, есть люди, которые сервером занимаются, как вы трекаете? Ну нормал, да? Кто-нибудь трекает миграции? Ну хорошо, а, ну типа, вот, и как бы для меня это нормальная тема, да, ты там трекаешь миграции. Я вот работал в конторе как-то, они трекали миграции в Вики. Ну это было немного дебильно, потому что там, типа, ну дурацкий чуть, потому что это чуть ручной работы, оно не автоматизировано, но как минимум ты хоть знаешь, что происходило с базой данных. Ты там пойдешь, посмотришь историю, узнаешь, что происходит там, типа, это к стейджингу применено, это то, как продакшн, ой, уже к продакшену, это то, как к девелопменту. Короче, вроде норм. А тут я говорю, чуваки, как вы трекаете миграции? А они мне говорят, ну типа, я бы ожидал, никак не трекаем, да, типа, херячим. Они мне говорят, не так, мы не меняем базу данных. Я такой, ну как это так? Ну, в общем, никак не меняют базу данных. А еще мы размерные сетки картинками, там чуваки не успевали чуть-чуть, там забили хер, и теперь мы генерировали такие картинки с размерными сетками, со всеми размерами всех товаров. Для каждого товара ты заходишь, смотришь, у тебя товара 3 размера, а там их 50. Ты такой, а какие от этого товара? Ну, бог его знает, в общем. А еще баннерная сеть. Я, короче, тут ускоряюсь, потому что это все, что меня... Ну, не все, что меня парило, но это самые клевые были. Баннерная система, например, чуваки обсуждали... Это я порассказываю, да? Они там 3 недели решали, как ее написать. Написали. Она была на супер дикой смеси Lua, Python, JavaScript. И Python скриптом куда-то там деплоилась в базу данных, там на Lua какие-то там через... как это... Без того, чтобы в JSON дампить, они дампили через процент... Ну, типа... Форматировали строку и разделяли вертикальными палками. Ну, типа, супер, сплитишь по палке, а потом каждое поле какое ты знаешь. Типа, JSON для лохов. Так вот, типа, и что там Lua в базе данных, потому что в Kyoto DB можно писать процедуры на Lua встроенные, вложенные. И прикольно, Kyoto можно сделать запрос, XHR-запрос прямо в Kyoto, так что наша Django не будет тормозить, у нас будет Kyoto очень быстрая. И мы такие делаем запросы, туда приходит это дерьмо, в JavaScript парсится, куда-то там пихается. Короче, чуваки это дело писали, там у нас скрипт DeployPy, который их туда ложит, занимает 1000-1500 строк. 1000 строк, я, по-моему, смотрел вчера, 1000 строк, да? И там он туда лозит куски JavaScript и куски Lua вместе, в перемешку, вот так в эту базу. Там хер поймешь, что он куда ложит. Readme файл на 2000 строк, который объясняет, как это дерьмо работает. А потом в JavaScript еще где-то строк 300, который это все парсит и раскладывает. Баннера это, знаете, типа, заходишь на сайт, есть акции, а есть просто баннер, пока у нас там завтра распродажа какая-то модная, или там в меню какая-то. Типа, просто такая фигня. И... Деплоится с таким делом. Там пишет такой Вася, каже,
наши дизайнеры нарисовали баннера, вот вам, пацаны, положите картинки на баннера. И DevOps берет их и ложит на сервер, на медиа-сервер, типа просто руками копирует их туда. А потом другой чувак, который знает, как запускать скрипт, прописывает именно файл в скрипт, запускает его, скрипт исполняется, и все, вуаля, в 11 вечера в воскресенье у нас новые баннера на сайте будут завтра. Потому что, ну, в 11 вечера дорисовали дизайнеры, ну, так жизнь сложилась, да, им там сказали, они бегом там в овертайм, и все овертайм, блядь, в 11 вечера воскресенья. Короче, в какой-то момент до меня, наконец, ну, там, мы расквитались с модными картами, с, там, еще, там, с размерными сетками, и я такой, типа, блин, задрала баннерная система, как-то сел, и, честно говоря, я, типа, где-то до обеда все написал, типа, с админкой, и все, короче, и все, ну, теперь работает, в Postgres'е валяется это дерьмо. И не парень, не мозг. Вася заходит, сам загружает эти картинки, никакие девопсы, никакие разработчики это не трогают. Охренеть, просто полдня против... Мы там 3 месяца возились с этим дерьмом, а они еще до этого месяц писали его. Короче, и вот, а еще почтовая очередь. Вот это, блин, вообще супер-мега. Звонит, пишет техподдержка, такому-то пользователю доходят письма. А все такие, ну хер его знает, это же может быть на любом сервере. Потому что на каждом сервере своя почтовая очередь, а еще она не пишет ни хера в логе, она пишет в логе, я что-то делаю, а потом пишет, что сделала. А если не сделала, она не пишет этого просто. Потому что, ну, правильно, ну, когда хера говорить об ошибке, да? И, в общем, мы от нее, от почтовой очереди собрали логи и положили в Elasticsearch, поставили кибану и такие, сейчас мы все будем знать. Но ни хера, она же ничего не пишет. И, короче, мы ее переписали, там, до потоковая, там, через Kafka херячит у нее, там, все логи, мы такие... Вы врете, мы все отправили, все хорошо. Пускай пользователь внимательнее посмотрит свой почтовый ящик. Да, так вот, но давайте вернемся к главному вопросу. При чем здесь вообще фронтенд конференция? Ну, во-первых, мне тяжело рассказывать про что-то, что мне неинтересно. А вот это все, что было, мне очень интересно. Поэтому вы, конечно, послушали его. Ну и плюс оно было прикольно, да? Ну и плюс, как бы, как про, вот, про баннерную систему, оно говорит о том, что нехер оверинжинирить, надо сначала сделать, чтобы было простенько и хорошо работало, а когда будет плохо, тогда подумаешь. Ну, как бы, обычное. Ну, в общем, все там уроки вынесли, все дела. Я тоже что-нибудь сказал, мораль там, все дела. А второй кейс, почему, при чем здесь фронтенд? Потому что есть такая штука, как черная пятница. А что такое черная пятница? Черная пятница — это когда раз в год приходит больше пользователей, чем мы ожидали. Ну, в прошлом году больше пришло, чем они ожидали, а в этом придет больше, чем я ожидаю, да? Ну, в общем, приходит много. Насколько много? Ну, чуваки говорят, что вот мы в прошлом году в Google Аналитике видели 10 тысяч пользователей, хотя нормальных там типа было 3-3,5. Но всем остальным, которые не вошли в эти 10 тысяч, мы показали 502. И судя по запросам к сервакам, потому что метрик маловато, у нас есть только Zabbix, который из лот-балансеров берет количество запросов, и картинкам тоже, так что тяжело выкупить на самом деле. Но, говорят, минимум в 2 раза больше народа было, да? Но оно все лежало и типа... ну, типа, не поднималось. Так вот, основная идея на эту черную пятницу не сдохнуть. Ну, типа... По-моему, это прикольный челлендж. Я, собственно, это потому в моднокасте, что это прикольный челлендж. Но как бы не сдохнуть за черную пятницу? Ну, надо, чтобы производительность была зашибись. А как сделать, чтобы производительность была зашибись? Ну, первое, это, конечно, база данных должна быть вменяемая, а не метод датапары, да? Ну, мы это делаем. А второе, это надо, чтобы код исполнялся быстрее. Ну, или там, типа, быстрее, да? Ну, как бы такой сложный вопрос. Ну, как бы еще есть вариант, как сделать так, чтобы код исполнялся быстрее. Ну, чтобы не исполнялся. Когда он не исполняется, он вообще ноль у него. А как это сделать? Ну, так, single page application, тогда на сервер меньше нагрузки, и все довольны. Если пользователь видел этот товар, то он не будет проще просить его у нас. Ну, у него уже есть, все хорошо. Поэтому мы строим single page application. И вот если вы помните вот ту архитектурку, что я показывал в самом начале, вот у нас сейчас вырисовывается вот такая. Она с первого взгляда выглядит страшнее, чем та, что была, ну, потому что больше компонентов, да, кроме того, что мы собираемся нахер выкинуть Redis, потому что он нас жизнь испортил один разочек неприятно, и мы теперь не верим ему. Ну, в общем, короче, не верим. Но, несмотря на то, что это кажется страшнее, на самом деле это проще. Почему? Во-первых, у нас в нашем питоне он поменьше стал, там больше нет этого всякого хлама встроенного, это просто обработчики. Во-вторых, на том слайде у нас каждый общался с каждым.
1С ходил в препродакшн и в модную касту. Модная каста ходила в препродакшн и в 1С. Препродакшн ходил в 1С и в модную касту. И все со всеми. И на кастомных API, и для 1С мы... Это вообще адовая история. 1С не умеет парсить JSON, потому что у них, ну, типа, блин, 1С, да? Мы ему даем XML. Нормально, хер с ним. Ну, типа, не умеют чуваки парсить, давайте им дадим XML. Но, во-первых, XML этот генерируется форматированием строк, ну, типа, там, тупо написан кусок XML, и туда через проценты все подставляется, вместо того, чтобы генерировать XML как люди. А во-вторых, когда 1С приходит к нам, нам он дает JSON. Паша, какой-то пацан, который работал в 1С раньше, смог написать генератор JSON руками. Но что такое escaping, он не знал. И поэтому, когда там приезжает двойная кавычечка, все убирает. И, в общем, и чувачки в 1С тулят и правят двойную кавычку, убирают оттуда. Тяжелая история. Короче, теперь 1С тулит в Kafka XML и получает оттуда XML. Препродакшн и e-mail, и там модная каста, и клажурная шняга, все фигачат туда на Avro, типизированная, вообще фан. И все у нас ходит через Kafka, которая, типа, как очередь задач, на самом деле лог. Получается лог, типа, как это? Да, неудачно вышло. Короче, я не знаю, вы, наверное, знаете, что такое очередь зданий, там, RabbitMQ всякие, ну, там, подобное. То Kafka похожа, но немного не так. Вместо того, чтобы туда ложить какие-то задания, она тебе задания отдает, ты в нее пишешь сообщения какие-то, а другие чуваки могут приходить эти сообщения читать. Эти сообщения от этого никуда не пропадают. Просто другие чуваки следят за тем, какой офсет сообщения они прочитали, и в следующий раз читают дальше. А могут прийти еще другие чуваки и читать те же самые сообщения тоже сначала. А могу прийти я и сказать, а что там у нас позавчера там записалось в Kafka? И потому я точно знаю, что мы отправили e-mail, или там что там ушло в препродакшн, или 1С. Они говорят, ну вы нам прислали херню, а я говорю, нет, чуваки, это у вас внутри такая лажа. В общем, Kafka нам помогает. А она, в принципе, неплохо работает, реально. Ну там, с ней, когда начинаешь работать, есть какие-то консерны, но сейчас все ок. А второй кейс мы, конечно, будем понемногу питона количество уменьшать, потому что мы сейчас переписываем API на клажуре. Тут вы, наверное, вспоминаете, что я там раньше когда-то парил всю эту херню. Так вот, мы переписываем понемножку API на клажуре. Почему? Потому что она сильно быстрее, чем питон, а меня уже запарило то, что питон тратит кучу времени на то, чтобы сам исполниться, а не на базу данных или на что-то полезное, просто потому что он медленный. А клажура, конечно, не Java, но побыстрее, чем питон, причем серьезно. Плюс, у нас есть single page application, который шарит код между собой и клажурой, например, стоимость, ну, типа, код по подсчету стоимости доставки, да, там, которая зависит от того, какого типа товара, куда ты там доставляешь, что, насколько ты там, насколько мы тебя не любим, все такое. Этот код мы можем шарить между клиентом и сервером, что зашибись. Мы на клиенте считаем, а потом на сервере перепроверяем, и все, зашибись. Вот такая штука. И, как бы, в принципе, дальше рассказываю в основном вот там, где написано Clojure Script, да, про наш single page application, чтобы мы по теме конференции немного поговорили. В single page application у нас, очевидно, React, потому что, ну, React, да, там Clojure Script, я сейчас все про это все расскажу. Clojure Script, DataScript и Javelin, который я когда-то, если вы помните, на докладе в марте 13-го года рассказывал, это вот ячейки, которые там следят друг за другом, типа Data Flow Programming или FRP, или как бы можно по-разному называть. И вот, в общем, например, почему React, да, как бы, ну, типа, ну, в общем, какие, там есть Virtual DOM проект, конечно, можно было завязать его, но у React движухи намного больше, разница у них настолько большая, что париться, поэтому, в общем, React. Не вижу смысла реально париться, все работает хорошо. Потом Clojure Script. Я повторю, на самом деле, что это такое, да, это Clojure, это Lisp, который исполняется на JVM. А Clojure Script — это он же, но он компилированный в JavaScript. Ну, то есть, как бы, это как TypeScript, как LiveScript, как там CoffeeScript, только Clojure Script. Пишешь на Lisp, там круглые скобочки, все дела, функции вызываешь, все дела. У него прикольно то, что у него персистентная структура данных, да, это которая не изменяется. Ты такой к словарю применил, говоришь, у тебя в А лежит двойка, а он такой, не пох, я не меняюсь. Но зато ты получил новый словарь, у которого в А лежит двойка, но старый словарь не поменялся, конечно. С этим можно жить, приходится начинать программировать немного по-другому, но есть куча прикольных моментов от того, что
ты там где-то что-то запихал в словарь, а в других местах ничего не сдохло, потому что она не ожидала, что ты что-то запихаешь в этот словарь. И, в общем, людей вообще заставляет более аккуратно следить за тем, что они творят, а не там пихать, блин, все подряд. А еще он функциональный язык программирования, что меня дико прет, потому что, по-моему, функциональное программирование композируется, компонуется, как это лучше сказать, неважно, да? Чем ООП, потому что в ООП классы компонуются херовато, и все там еще и наследование начинают юзать, а все говорят, не юзайте наследование, надо компоновку юзать, композишн надо делать, да? Композицию надо делать, а не наследование, потому что наследование для лохов. А потом, ну, в общем, короче, функциональное программирование, по-моему, прям серьезно лучше, тем более клажура дает, клажур скрипт, неважно, да, там, что так дает нам возможность писать в относительно там функциональном объектном стиле, когда нам это нужно. В общем, чуваки, я вам скажу, и дамы, я вам скажу, ну, типа, я не буду весь доклад про клажур скрипт рассказывать, потому что, ну, это можно целый доклад рассказывать, я делал это когда-то. Можете полистать мои слайды, можете посмотреть, можете почитать в Википедии или на сайте. Супер, чуваки, и чем дальше, тем все прикольнее, реально. И еще прикольно, они, когда компилируются в JavaScript, они пишут такой JavaScript, который можно скомпилировать в Advanced моде Clojure компайлера, который, если вы не знаете, переименовывает не только переменные локальной области видимости, но вообще переименовывает все, что только можно, уничтожает dead code, тот, который никогда не исполняется, да, и там применяет, unrollит loop, inlineит функции. Короче, он тупо как это называется, не JIT, а вот этот прекомпайлер. Короче, мощная тема, да, он лучше, чем Aglify.js, но руками написать такой код херово. Вот в Google пишут, поэтому у них миллион программистов не может сделать mail быстрым. Потому что, ну, там тупо надо много букв сильно писать. Там такая Java получается на JavaScript, еще глаза вылазят. А вот как эта вся бодяга, которую мы уже написали, да, она вот как работает. Есть у нас ячейка джавелиновская. Вот там, где data написано, это все ячейки джавелина. Джавелин — это такая байда, которая говорит, у меня есть ячейка с данными, а другая ячейка говорит, я без тебя использую какую-нибудь там, часть твою. И тогда, когда первая ячейка меняется, вторая ячейка об этом знает и меняется тоже. Ну, как в Excel, знаете, там у вас есть 2, а потом там равно 1 плюс 2. И тогда, когда 2 меняете на 3, то тут получается 5, а не 4. Ну, в принципе, понятно, да, как в Excel, как spreadsheet, все херня. Получается, у нас есть DataScript, про который я сейчас расскажу, в котором лежит все вообще данные, которые есть в нашем приложении. Там типа акции, корзина пользователя, инфа пользователя, загруженные, ну там системные данные, компонент поп-апа, который нужно отрисовать, роутер, его распаршенный вариант. Ну, в общем, все лежит. А потом есть ячейки с запросами, ну, которые берут часть этой базы и выкладывают в удобном для использования формате. А потом есть на React написаны компоненты, контроллеры компонентов, то и другой компонент. Но контроллер — это типа компонента, которая следит за какой-нибудь ячейкой. Да? Она следит за ней, когда ячейка меняется, она там отдает вложенным компонентам свои внутренние, ну, то, что там надо ей отдать. В принципе, ну и там мы вызываем компонентных хендлеры, они меняют скрипт, и все это дело по кругу работает. Похоже на Flux, если вы понимаете, о чем я. На Flux, там, на Redux, на всю боягу, которая сейчас в React популярно. Я когда-то пытался писать топ-даун всю эту штуку, когда ты пишешь, берешь на React, даешь данные сверху, и это там понемножку распространяешь, да, там, как они пишут в туториалах простых. Но для маленьких приложений клево работает, а для больших паршиво. Поэтому здесь мы сразу начали, оно все равно будет большое, поэтому мы здесь сразу начали с такой штуки, когда у нас в середине иерархии может быть компонент, который пойдет и попросит данные с самого верху. И промежуточные компоненты не будут знать об этих данных ничего. Потому что нафига компоненте роутера знать о том, что где-то у нас там есть акции или корзина пользователя, в котором есть баз с китайцами. Вот. А что такое DataScript? DataScript — это такая база, но только в памяти JavaScript. По сути, это типа такой большой словарь, в котором лежат индексы. Там хранятся триплеты, знаете, типа ID-шник сущности, имя атрибута, значение атрибута. И мы можем туда сложить всю нашу реляционную базу данных, потому что атрибуты могут быть разные, сущностей может быть много. Они хранят индексы, позволяют поэтому делать джойны, агрегации, поддерживать ссылки, типа один entity может ссылаться на другой entity, и там это ленивое разыменование. Ты берешь этот entity, говоришь, а кто у тебя тут по ссылке? Типа берешь его с китайцами, говоришь, а какая у тебя, типа, дай мне продукт. И он чик, бежит в базу и достает тебе продукт. И эта вся штука прям прикольно очень работает, довольно быстро.
И делаем мы туда запросы Datalog'ом. Datalog прикольный тем, что это, в принципе, я забыл, как это называется, но, в общем, у него мощность такая же, как у SQL. Да? Мы можем делать все то же самое, что в SQL. Он выглядит, конечно, непривычно, тем более это обычный клажурный его синтаксис, но если мы прикинем тему, что когда мы пишем круглые скобочки, то первая штука после круглых скобочек — это функция, а все остальное — ее аргументы. То тут мы вызываем функцию Q, которая типа query, мы даем базу данных, запрос и какие-то еще аргументы. В запросе мы пишем in — это мы, доллар — это типа shorthand для типа дефолтная база данных, неважно, да? Пофиг, база данных. И contains row. Contains row — это вот эта функция, которая внизу написана. То есть функции мы два параметра можем дать, и она нам скажет, что если старт и финиш находятся вокруг time now, то мы типа хотим достать баннера, который нужно показывать сейчас, да? Типа если у нас сейчас 4:30 числа, то значит старт, например, у нас 9 утра, а финиш у баннера в 9 утра 4 числа, а финиш в 6 вечера 4 числа, а сейчас 4:30, то этот баннер нам приедет. Ну, в общем, просто функция, которая решает, какой баннер показать или нет. И мы говорим, найти такой entity, типа найти сущность, у которой есть атрибут баннер ID, пофиг какое у него значение, и у нее есть значение starts at, которое мы биндим в start. Все, что начинается с вопросика, это значит переменная, все, что не начинается, значит непеременная. И у нее есть finish set, который finish, и мы вызываем потом contains now со стартом и финишем, который нам скажет, пора возвращать true или false. И вот мы найдем все такие сущности, все такие баннера, которые стартуют, и вернем их. А вот как выглядит компонент, который это дело все отрисует. Мы, ну, RAM — это обертка для React. Что-что? Он сложный. Он очень сложный внутри, плюс у Дэвида не хватит времени его причесывать, а RAM в десятки раз меньше и просто, ну, просто приятно юзать. Мне проще юзать, когда я понимаю, как оно работает, а он сложноватый. Короче, DevC — это Dev Component, да? Мы берем, дефаним компонент banner, banners, в который мы ложим миксин реактивности, ну, типа, мы говорим, что этот компонент будет реактивный, то есть это будет нашим контроллером. И он принимает один аргумент ID. Этот ID говорит то место, на котором будет показываться баннер. Ну, типа там правый верхний угол, там, или в меню, или там, не знаю, в корзине. И мы берем вот баннер с большой буквы, это какая-то ячейка, которую мы получили вот этим запросом, да, там весь список баннеров, которые у нас есть. Мы из этого, из результата берем по всех, все эти баннера, потом из этих баннеров берем по ID-шнику те баннера, которые для этого конкретного места, а потом рисуем div с классом баннера и там циклом for, перебираем эти баннера, генерируем mgsrc баннер и там на всякий случай ID-шник ложим. Ну, в общем, конечно, синтаксис немного непривычный, но я думаю, оно относительно понятно, да? Мы там нарисовали div и в нем список img. Вот такая вот типа штука. А потом, когда мы все это дело написали, у нас была главная страница. Я вот на прошлой неделе занимался тем, что делал серверный рендеринг. В принципе, вот эта штука, это вся, весь код для ноды, который нужен для серверного рендеринга. Запускает сервер на порту 6000, слушает, когда к нему приходит request. Он пишет, что он вернет HTML, а потом вызывает функцию render2string с урлом и callback. В callback он ждет initial данные и то, что там отрендерилось. Потом рендерит темплейт с этим делом, ну, чтобы, да, там добавить head, footer, которые React обычно не менеджит. Типа там скрипт, там link, style sheet, вот это все, sheet. Весь этот sheet. И отдает его клиенту. Ну, то есть тут вообще просто. Оно, конечно, на клажур крипте, но, в принципе, вы можете примерно прикинуть, что происходит. А вот рендеринг для сервера на... Ну, собственно, с реактовой стороны, да. Ему приходит URL и callback. Он ставит роутер в этот URL. Роутер там говорит, я там сейчас такую страницу открыл. Потом он отрендерил один раз, и там понеслись все AJAX-запросы, которые получат все нужные данные, типа акции и прочую билиберду. А потом, к сожалению, я пока лучше не придумал, так что оно так работает, но, в принципе, пока терпимо. А в XHR Current Queries лежит словарик, в котором лежит этот самый, типа URL, количество текущих запросов в него. И когда
И каждый раз, когда он меняет этот словарик, он присылает об этом нотификацию. И когда он присылает value, мы там считаем количество этих запросов в этом value, и их оказывается ноль, значит, все запросы завершились, мы рендерим еще раз, возвращаем базу данных и то, что мы отрендерили в callback, ну и вот здесь оно возвращается клиенту. Надо сказать, что вот эти две функции, которые, ну, они на самом деле чуть длиннее, да, там я там типа где-то зачищаю предыдущий state, но чуть длиннее это не в смысле, что они там прям 300 строк. У меня для ноды файлик 30 строк, а вот этот рендер string длиннее на 4 строки на самом деле. А так точно такое же. То есть они не очень большие. Очевидно, я потратил это больше, чем там пару часов времени, потому что я пока расчехлился, как бы вот этот следить за запросами, за всем делом. Но реально я за 2 или 3 дня написал рендеринг на сервере, и оно все прям супер работает. Сейчас никаких проблем. Я на следующей неделе собираюсь закончить с минификацией и все это дело понемногу выкатывать в продакшн. У нас оно еще не в продакшн, я очень хотел успеть до этого доклада, чтобы я мог показать на продакшене. Но, к сожалению, там типа 30 сентября распродажа немного меня выбили из колеи, там сильно много работы было, я не успел с этим всем делом закончить, мы чуть отложили его. Как оно в результате получается? Ну, во-первых, React, он, конечно, хорошо работает, тут ничего не скажешь, да, он вообще супер. Во-вторых, у нас есть Live Reload. Я вот сегодня показывал, как у нас приложение выглядит, и у меня был поломан поп-ап, потому что вчера я смержил pull request, который при определенных условиях ломал показывание поп-апа, который логин. Ну, нажимаешь логиниться, показывает поп-ап, да, с этим самым. И вот мы с ними жмакаем на поп-ап, он не показывает, я такой, блин, отлажу. Открываю консоль, там написано, типа, такой-то error. Я тулю в код, беру эту строку, чуть меняю, чтобы она работала, сохраняю, переключаюсь в браузер, нажимаю, и он работает. Никаких перезагрузок не было, никакой хрени, вообще просто жмакаешь, и оно работает. И это вообще-то очень удобно разрабатывать. Ты сидишь, у тебя два монитора, на одном у тебя редактор, на втором у тебя браузер, ты в редакторе меняешь HTML, он тебя сохраняешь, он у тебя сразу в браузере меняется, ты там возишь свои компонентики, там намалевал, что там работает, проверил, не работает, пофиксил, проверил, не работает, пофиксил, проверил, работает. И ты не релодишь, ничего, это все офигенно быстро работает. Офигенно быстро, это где-то у меня компилируется на MacBook Air, которому 3 года уже, оно компилируется за 2-3 десятых секунды. Ну, то есть, как бы, могло бы быть и быстрее, но я не успеваю в браузер перевести мышку все равно, так что нормально, в принципе. И на сервере тоже Live Reload. Там сервак на клажуре, который, когда ты меняешь, он выключает connection к базе данных, выключает, что у меня еще есть, веб-сервер, выключает еще какую-то херню, обновляет код и потом это все дело включает. Выходит очень прикольно, потому что, например, в Django, там в рельсах, да, еще где, есть тоже типа такой Live Reload. И ты такой идешь, меняешь код, и Django сама перезапускается. А в какой момент она обновляет connection к базе данных? Хер его знает, там нет никакого лайфсайкла. А в этом приложении у меня есть специальные методы, которые там, типа, вызываются, когда оно выключается, когда включается. И все очень четко и понятно. И чуваки, которые пилят сервак, прям реально впечатляются тем, насколько понятнее происходящее, чем обычно происходит. Это вот эти все штуки с Live Reload работают частично. Live Reload на клиенте можно взять сейчас React. Блин, раньше был hotloader, сейчас какой-то модный новый. Берешь webpack, React, React hotloader, Redux, это все компилируешь, и оно все работает. Live Reload, все супер. Иногда ломается, но не сильно. Но надо заставлять себя писать так, чтобы этот код Live Reload'ился. Оно, типа, так как обычно пишут на JavaScript с ассайнами на this и на прочую херню, оно не работает. В ClojureScript писать так, чтобы Live Reload не работал, геморройно. Наоборот, легко писать так, чтобы он работал. Поэтому чуваки, даже которые ничего не дуплят, а просто начинают только учиться, они не ломают тебе этот Live Reload, и все супер. Это прям клево. Потом я еще, честно говоря, начал привыкать к структурному редактированию. Там, где у меня в Dmax есть хоткей, который типа перейди на целое выражение вперед, перейди на назад, типа захавай следующее выражение, убери его из этого самого дела, из внешнего выражения. И когда у тебя есть такие... С питоном становится геморройно реально работать по сравнению с чем с лиспом нормальным. Ну, типа, объяснить эту хрень невозможно, попробуйте, и тогда как бы можно что-то говорить. Я когда только начал писать, я эту всю бодягу ненавидел, потому что по Reddit очень мешает писать так, как ты обычно пишешь, когда закрываешь скобочки, пытаешься удалить кусок. Надо почти по-другому редактировать. Я пока не научился это объяснять, честно говоря, про Reddit. Количество кода меньше, конечно. Ну, блин, не знаю, чуваки, вам придется поверить мне на слово, просто получается меньше. В зависимости от того, много логики или немного, если логики мало и много HTML,
то как бы пофиг, да, типа ты HTML фигачишь в любом случае одинаковое количество. А если логики много, из-за прикольных примитивов и функций корной библиотеки, получается, ну, блин, когда в 3, когда в 5 раз меньше кода, прям охренеть можно. Я когда написал змейку на JavaScript и на JavaScript, разница выходит типа там процентов 10. Когда мы писали игру на этом всем деле на 3 с чем-то тысячи строк, то как бы там есть места, которые на JavaScript занимают прям реально строк 20-30 написать там пара циклов, а тут типа три функции скомпоновал и пошла жара. Можно так и на JavaScript писать, взять вот эти функции. Никто этого просто не делает. Ну, потому что оно выглядит очень странно на JavaScript. Ну, шаринг кода между сервером и клиентом, понятно, почему офигенно, да? Мы тоже типа хотим на JavaScript это делать, и потому приходится писать на ноде, но я вот ноду не люблю, и потом не могу ничего поделать с собой. Ну, даже жесть. Это кошмар. Ну, в общем, шарить код можно, это прикольно. И тулинг сейчас очень прикольный. Начали чуваки строить тулзы вокруг этого, и теперь джаваскриптовый билд-тулзы, вот эти все галпы и гранты, боже мой, упаси. Это типа, ну, блин, глаза. Короче, это вообще жесть, я не могу этим пользоваться хламом. Ну, то есть вот у этих чуваков они умеют нормально писать всякие тулзы. Потому что, ну, у меня, извините, джаваскриптовая комьюнити с билд-тулзами вообще плохо все. Реально, самый лучший билд тулза для JavaScript до сих пор Make, а как бы, ну, Make не самая удобная реально, да, тулза в мире, но все остальное, ну, вообще жесть. Короче, это была такая не супер веселая в конце уже, да, но я просто рассказывал про то, что мы там сейчас поделали и как оно работает, и я вам скажу, что прям я очень доволен, что мы это дело, ну, что я рискнул вот так это все строить, потому что результат очень-очень впечатляющий получается. Вот такое, если у вас есть вопросы... Можно? Короткий вопрос. Давай. А куда идет модная каста? Или другими словами, где ваша система будет в это же время, через один год? Блин, я не знаю. Год — это длинное время, да? Хрен ты спланируешь его. Полгода. Вот сейчас вот это все запустим. Полгода. Ну, сейчас вот запустим вот это дело. Начнем переезжать с питона на клажуры понемногу, и видно будет. В принципе, надо делать так, конечно, чтобы на этом всем можно было построить несколько платформ и чтобы реюзать вот эту морду, которую мы напишем на несколько сайтов. Но, в общем, как-то так. Спасибо. Да, ну, во-первых, хочу сказать, что очень круто. Вообще, правда, ожидалось услышать там Angular React, услышали про выгребание говна в промышленных масштабах, с чем, в общем-то, в основном приходится заниматься. Вот. И очень круто то, что Lisp в продакшене — это вообще памятник тебе за это. Но вопрос как бы такой, что сколько людей как бы в Украине могут этот дальше код саппортить и продолжать твои начинания? Слушай, это сложный вопрос, да? Мне Андрей Логвин, который мой директор, кажется, что типа, ну ты, может, гонишь чуток, да? Типа, ну... Мне то же самое говорят за вот подобное да, объединение. Да, да, да. Ну, как бы, сколько человек в Украине может? Ну, я лично знаю человек 5-7 точно, но вопрос же не в этом. Вопрос не только, не сколько человек может, вопрос в том, сколько человек хочет. Потому что если человек хочет, он потом сможет. Ну, то есть, чуваки вот мои на работе, сейчас, ну, вот на прошлой неделе они, ну, будем говорить, дрались, да, за... тикет, который был написать на клажуре API, там, ну, типа, такие воевали. Типа, я буду писать, нет, блюдок, я первый взял тикет. Нет, и, в общем, как бы, ну, так что, все ок. Слушай, ну, есть Clojure User Group, туда приходит человек 30-40. Работа на клажуре в Киеве, есть какая-то контора, которая год назад искала двух человек. Как бы 30 человек есть, работы нет, вот тебе пул. Чатик в скайпе называется что-то там Clojure Ukraine, что-то такое, там народу интересующегося до хера. Ну да, они не сильно шарят, но как бы расчехляться, везде так начинают. Я вот, типа, когда ты берешь React, тебе тоже говорят, блядь, на React никого нет, а на Angular миллион человек, почему не взять миллион? Так может на BHP будем писать тогда, не знаю. Ну типа, есть риски, но надо двигать технологию вперед, потому что на PHP я писать не хочу. Ну вот как-то так. Еще есть какие-то питания? Ну, сзади там был вопрос. А еще там справа, может.
Скажите, пожалуйста, вы проводили рефакторинг базы данных, я так понимаю, да? Вот эти, сколько там, 9 таблиц или сколько там, 10? Ну, 3, да, типа. Ну, обычно с чем сталкивается программист? Конечно же, это круто, ты рефачишь, все клево. А как вы соблюдали, чтобы данные, те, которые уже были в таблицах, да, консистентность баз данных, да, так называемую. Я так понимаю, что у вас там миллион записей, и это не предел. Как это в реал-тайме, например? То есть как вы это переводили, конвертили? Ну, собственно, что мы сделали? Мы сделали вот этот product SKU таблицу. Заставили нашу штуку, которая генерировала раньше метадата-пары с продуктами, из препродакшена, она брала данные, генерировала метадата-пары, да? Она начала генерировать метадата-пары и SKU. Типа в обе таблицы писать. Когда она уже начала писать, мы сделали миграцию, которая все метадата-пары, которые еще не лежат в SKU, мы их типа перенесли по миллиону, потому что миллион переносится где-то за несколько секунд, и потому сайт не тормозил. А типа, если ты делаешь сразу все, то там сайт вот так вот, короче. Ну, мы пару раз, конечно, сделали, там что-то сдохло. Пару сотен человек что-то не купило в этот момент. Но они подождали, оно раздуплилось и не купили, как бы норм, да? Ну, неприятно. Я вообще не люблю такое делать. Но много народу попробовать. Ну, типа, мы стараемся делать все аккуратно. Это основная тема. Просто аккуратненько так чик-чик-чик. И переползаем. Тяжело, но можно. Там сейчас еще... Пока там микрофон. Как у вас дела с тест-каверидж? С кем? С тестированием. Ну, как бы, как дела? У нас на самом деле сейчас на этом всем тестов не очень много, да, потому что я это половину этого писал сам, а я, типа... Ленюсь немного, не знаю. Извините, чуваки. Короче, там есть такая штука, называется CCLJS-тест. На ней пишешь тест, и они при лайв-релоде точно так же там исполняются. И там типа пишут тебе, а я сдох, короче. А на клажуре точно так же клажур-тест, и он там типа каже, я сдох или я не сдох. Все. Ну, в общем, вот тестируем, типа, и все. Ну, там типа... Короче, не сильно геморройно. Можно тестировать, там еще есть раннеры всякие, позволяют тебе взять карму и запускать там в фантоме, в какой-то бодяге, в этой всей штуке. Мы вот наконец-то начинаем двигаться в сторону continuous integration. И типа, ну супер, будем все тестировать, как бы такое. Вот я скажу, прям намного лучше, чем на нашей Django с тестами обстоит дело. Дякую за доповідь вам. У мене таке питання. От ви казали, що у вас от був такий момент, що сервер просто ліг і ніхто до нього не міг достукатися. От, я так зрозумів, що у вас все на Амазоні? Ні? У нас стойки в двох дата-центрах в Києві. А, окей, а ви пробували це якось перенести в більш такі клауд-системи? От, ну, во-первых, у нас... Да, я понял, І провести краш-тестування всієї системи, щоб... коли виникали такі от нагрузки, 10 тисяч, 20 тисяч юзерів, щоб сервера просто не падало. Ну, слушай, короче, как бы, где у нас супер русское место было? Ну, сейчас тяжелее сказать, а в тот момент, когда я пришел, то база данных была однозначно. Там у нее ИЛА постоянно был. Только придет чуть больше народу, у базы данных такой ИЛА. У нас вот в среду пришло дофига народу, а ИЛА был 3, остался 3. Я такой типа думаю, блин, у нас теперь не база данных тормозит, наверное. Но не знаю, что сейчас тормозит, будем мерить это все дело. Но тормозила база данных. Базу данных ты на облако не положишь. Ну, типа, она вот Postgres там стоит, да, ты ему дал, типа, дай ему SSD, тогда да. А так, как бы, толку с облака. Плюс облако хер знать где. А украинские облака — это детский лепет вообще, шутка какая-то. А у нас пинг нормальный, типа, дата-центр какой-нибудь в Европе, ну, он там за сотню вываливает. А здесь, типа, по Украине пятерка. В общем, у нас все ок с железом. С железом все нормально, короче. Это проблема не в железе. Мы могли бы на облаке поднять и умереть там точно так же. Слушай, говоришь, Сори. Будем двигаться в сторону CI. А чем вы деплоите? Руками? Ansible. Чем-чем? Ansible, такая тулза есть, знаешь? Ну, типа, как Puppet или Chef, ну, вот Ansible. Но у нас нет там, типа, когда мы там запушили тех, и оно там протестировало, сказала деплоить, и оно там само пошло. Это все фигни, херни нет. Руками там что-то потыкали, на стейджинге проверили, супер, понеслась. Тестов в Django нет, потому что они давно сломаны. Вот у нас чувак сейчас приводит это в порядок. Я надеюсь, на этой, на следующей неделе мы закроем наконец тикет, замутить, чтобы тесты в Django запускались. Не, чувак, я пришел, она уже работала там.
Ну, то есть, как бы тут я, конечно, могу чуточку назад сваливать, потому что, ну, так сложилось, да, но... как бы на самом деле, если не говорить, что там, а у нас везде CI, на большинстве успешных проектов вот такая жопа. Никуда не денешься. Я пока видел два типа проектов. Типа успешные и на которых хороший код. Они так делятся, да? Нет? Типа. Привет. Раз. Вроде слышно. Привет, спасибо за доклад, очень весело. Я сильно напрягался, когда в вопросе к предыдущему докладу сказал слово «срать в дом», но теперь понял, что все нормально. Вопрос на самом деле у меня украли прям, что случится, когда на тебя упадет кирпич и когда всем остальным придется... А я уже нанял чувака, который шарит. Да, он уже умеет писать на языке смайликов. Да. У меня другой вопрос. Меня однажды бывшая жена спросила: «Помоги, ты ж программист, помоги мне купить на модной касте что-то там». Вот. Я, естественно, не справился, я начинаю подозревать, что, может быть, поэтому она бывшая. Вопрос такой, когда ты начинал весь этот рефакторинг, ты, очевидно, я понимаю, что пережить следующую «Черную пятницу» — это важный аргумент в споре с другими разработчиками, но мне интересно, как тебе удалось, во-первых, все это продать, а во-вторых, перебороть людей, которые там уже работают, которые эту инфраструктуру строили. Понял, да, вопрос? Да, да. Короче. Спасибо. Ну, во-первых, я сейчас самый главный. Это упрощает. Вот серьезно, я 5 лет назад работал в конторе под названием PayLogic в городе Гронинген в Голландии. И там была похожая ситуация. Довольно успешная контора, жопа в коде. Тесты запускались, правда. И типа надо что-то делать, нагрузка не выдерживает, тра-ля-ля. Но я был разработчиком, а не CTO, и как бы, в общем-то, повлиять было тяжело. Сейчас, конечно, легче. Это первое, да? Второе, когда я пришел, от прошлой команды осталось 3 разработчика и 1 DevOps. Все остальные уже, ну, там по разным причинам поуходили. Потом, как бы, выжить на следующую «Черную пятницу» — это, в принципе, мое основное задание. Это не я себе выдумал прикольный челлендж, это, типа, почему я, в принципе, там. Плюс, ну, я тебе скажу, если ты, типа... Шовинистский язык, сразу, да, сексистский, но девочкам легче покупать на модной кассе, чем мальчикам, вот честное слово. Ну, реально, вот жизнь так сложилась, не знаю, как это происходит, но они внимательнее, может, или что, или следят за лучше. Ну, короче, они покупают норм. Очевидно, мы сейчас и интерфейс начнем приводить в порядок, но хрень в том, что ты не можешь привести интерфейс в порядок, пока у тебя жопешня в бэкэнде, реально. Потому что, ну, куда ты денешься, оно не работает просто, какой там интерфейс. А так мы сделаем так, чтобы можно было покупать. Мы типа, понемножку движемся, она сейчас... Есть кейсы, когда мы сделали лучше. У меня был прикол в какой-то момент, там, чтобы купить было на планшете андроида, у нас надо было потянуть страницу чуть вверх, и тогда один див выезжал с кнопки «купить». И тогда ты мог нажать. Так вот, у нас нормальная конверсия 6%. Что, кстати, заметь, тяжело купить 6 долбанных процентов. Во всяких чуваки известные говорят, что нормальная конверсия — это 2,5%, да? А у нас 6%. Но на планшетах с андроидом конверсия была типа 1-1.5-2%. То есть все-таки находились люди, которые это делали. Мы эту хрень исправили. Ну, случайно. Я, кстати, случайно ее исправили. Ну, там типа бахнули какой-то див, и он перестал закрывать, да? И конверсия выросла до нормальных размеров. Все ок. Так что я тебе должен сказать, что основная тема, как бы... Меня тоже иногда интересует вопрос, а как же продается, если так тяжело? Телефон хер, ой, блин, пароль хер восстановишь, да? А типа, что там говорить о продажах? Людям хочется купить, они как-нибудь добьются. Они звонят, орут на техподдержку, бьют их там типа, ну, на колл-центр, но как-нибудь покупают. Покупают. Ну, в общем, клиентам, конечно, хочется, нам тоже хочется продать, но мы пока вот, ну, мы, типа, приводим в порядок, мы стараемся. Будет, я надеюсь, лучше, ну, как бы, надеюсь, стало лучше. И, в общем, все такое, как бы, мне тяжело оценивать, и все остальные, там, знаете, вот это все, что нужно сказать. Ну, что, еще что-нибудь? Нет?
наверное... Спасибо большое. Все, спасибо, Саша.